Ну, просто когда начинаешь играть, действительно входишь в музыку, в состояние. Это на самом деле на разных флейтах играть и перекидываться так резко, это не самое простое. Что каждый флейт — это отдельная музыка. Там пентатоника, там может быть диатоника, там хроматика. Вот. И когда играю, сосредотачиваюсь на определенном понимании, как эта мелодия должна у меня звучать. А когда часто меняешь, то начинается путаться. То есть традиции как будто в голове все поперепутались. Так, я тогда...